всем привет. Хотела поделиться путаницей в моей голове. То есть с каждым врачом, с каждым посещением врача все больше и больше путаницы. Ясность, она где-то там. Она покинула нас. Она нам сделала больно и покинула чат. Ну, реально. Сегодня, значит, я поехала к этому, к своему, ну, не к своему терапевту, а меня принимает терапевт, которому я как это, паллиативная прикреплена за бесплатными рецептами, и я у нее вот все направления-то по другим врачам и выпрашиваю. А у меня что-то с головой последнее время, я уже заметила, когда я вам записывала в воскресенье ролик, что я ничего не могу вспомнить, то есть память куда-то ускользнула от меня полностью. Но тут пошли уже, тут уже пошла, как я говорю, деменция. Вчера, значит, такая еду по этому, по нашей деревне, поехала по всем пунктам выдачи. И на повороте у меня машина-то автомат. Я такая, блин, за ручку хватаюсь, типа передачи переключать. Потом думаю, блин, какие передачи, ты дурища. А я же рулю на автомате, то есть, ну, не на машине, а я вообще рулю на любой машине, ну, без это, участия головы практически. Ну, кроме сложных ситуаций, естественно. Вот. То есть, я думаю, очень интересно, башка сработала. Сегодня, значит, мне вчера сил не хватило голову вымыть. Ну, это, сегодня рано встала, все высчитала, когда мне, ну, чтобы к 11 к врачу выезжать. В итоге я выехала, все. И только на полдороги я заметила, что я выехала на полчаса раньше, но я так спешила, я чуть ли не с мокрой башкой выскочила. Там еле-еле ее успела досушить. Все. Думаю, так. Деменция – это наша следующая болезнь будет после этих суставов. Ладно, приехала, думаю. У меня дел в поликлинике, думаю, уйма, как раз эти полчаса и займу. Пошла первым делом к это. У нас там на самом-самом верху, на третьем этаже, значит, такая маленькая клетушечка, отделенница такое, две палаты. В общем, куда я на химию хожу, на свою простецкую. Постучалась, захожу, детки говорят, здрасте, говорю, я, говорю, пятницу к вам не приду. Но у вас все нормально, говорю, у меня все нормально, только руки не работают. Ну, сейчас-то они работают с обезболами-то, и ночью-то я сплю. Я вам приложу потом в конце видео, как я ночью сплю. Я ночью сплю в пластырях. А, вот, хотела рассказать, ну, раз уж так это перебилось. Значит, я наматываю сначала один день китайский, один день нанопласт. Китайские вот так вот, ну, прогревающие все эти, со всякими там маслами. Ну, в общем, вонючки такие. А нанопласта я на кусочки режу и бумажным скотчем приматываю. У меня там есть видосы. Если они приличные, то я их вставлю. А если неприличные, я не помню. Ну, я их в личные сообщения посылала. Вот. И там в кои веки, второй раз за все мои химии, я вижу, там сидит врач. А он такой молодой. Ну, на мой взгляд, молодой. Ну, на взгляд 50-летней тетки, конечно, многие молодые. Вот тут было интересно. Я вам прям подробно расскажу. Я такая, говорю, не приду и все, не хочу. Я говорю, уж точно, я явно говорю, если я подыхать соберусь, то явно не от того, что я одну химию не доделала. Тем более, говорю, мы с вами по нагрузочным дозам-то это все прошли. Она такая, да конечно. Он такой, ты где такую позитивную взяла? Останови ее типа нам. Я говорю, так вот, хреново, говорю, делайте, пальчики болят. Он говорит, покажите руки, я показываю. Я говорю, понимаешь, я говорю, сейчас это, типа, акроксия-то нажралась, аркоксия-то. Мне, говорю, сейчас нормально, и всю ночь я в пластырях спала. Прошу прощения. У меня хорошо хоть суставы не видно, их только по кольцам, понятно. У меня всегда был 18,5, сейчас, наверное, размер 20, а может и больше, чтобы вот, вот наделось. Ну, короче, это, воды теперь нет в машине, у нас холодно, видите, он шубу надела. Ну, это, что-то слово за слово,
Я ему показываю, говорю, ну вот видите, что со мной там Сауди наделали. Я говорю, да, тем более я уже готова эту тичку пришивать. Я говорю, я буду у Брауда. Ой, ну да, конечно, раз Брауда. Я говорю, ну посоветуйте мне, посоветуйте. Кому еще? Ну, вы же сами сказали. Я за ним, он уже и выходит из кабинета. Я за ним такая по лестнице бегу. Типа, кто еще-то? Ну вы же нашли себе Брауды. Вот. Я говорю, да я готова, Москва, Питер, все вот. Он такой, ну и что вам скажу, я скажите. Ну идите в центр косметологии. Я такая, ну ок. Центр косметологии, так центр косметологии. Я говорю, вот сейчас прямо запишусь. А до этого-то, да, он говорит... пока еще в кабинете были, это вот мы про титьки, а про руки-то он говорит, к ревматологу надо типа в 6-ю поликлинику идти, там центр ревматологии. Я говорю, мне в 40-й не понравилось, говорю, ничего меня не вылечили, даже это, только деньги высосали. Вот, он говорит, в 6-ю. Я говорю, а мне сказали во 2-ю. Он говорит, ну может и во 2-ю, потому что это непонятно. Слушайте, у меня какая-то это появилась на экране. Да, наверное, я надеюсь, вам не видно будет. Полоска. Я вот так делаю, и она что-то делает. Но у меня вчера телефон на перезагрузку. Не на перезагрузку, а обновление. Тут много чего интересного появилось. Вот. Ну, это, значит... Я говорю, я сейчас выпрошу у Булаковой направление... А мне женщина, кстати, кто мне звонил из Екатеринбурга, я не записала номер. Женщина мне звонила. Или записала. Я искала. У ревматолога лечилась во 2-й поликлинике. В общем, я теперь туда, я выклинчила во 2-ю направление, но туда записаться невозможно. В общем, телефона регистратуры нет, через телефон колл-центра не записывают. Что еще-то? В общем, я беду-корябеду на госуслуги уже написала, что я записаться не могу. Мне дали телефон замглавного врача, и, ну, что-то трубку не берет. В общем, но зато я взяла сразу направление на анализы. Для ревматолога, еще туда не записавшись, у меня уже есть направление на анализы для ревматолога. Думаю, ну нормально будет. Зато, смотрите, навыписывали мне бесплатного трамадола. Навыписывали мне кетопрофена бесплатного. Сколько тут? 100 миллиграмм, 60 таблеток дали. Я попросила от аллергии, а мне зачем-то выписали налгизин платный. В общем, дурдом. То есть от аллергии мне так и не дали цетиризин, который бесплатно давали. Она забыла, видать. Ну и тут вот анализы лежат, бумажки мои. В общем, я этот трамадол получила. Вот такая я богатая, у меня уже вся машина забита этими. Меня если гаишники остановят, меня это посадят. Так. Ну, вот вроде-то и все, что я это хотела сказать. Путано получилось. Ну, потому что я вся запуталась. А, еще все, что вы мне присылали. Я, значит, скринила. Вчера села. Из всех скринов, значит, выписала название лекарств. И показываю своему терапевту. Говорю, а что из этого бесплатно? Вот только на М. Метил там или метр ТТТ, которая вот всем это рекомендует. Ну, я говорю, я когда схожу к ревматологу, если мне выпишут, то это типа... Хоть знать, бежать покупать или рецепт можно бесплатный получить. Остальные, все, что написано было, вот все, что вы мне присылали, все платное, значит. Больше по льготе ничего нет, по квоте. Так. Да, наверное, на вот
больше-то и... А, запись свою, у меня диск сломался, рентгеновский свой снимок перезаписала. Я тоже молодец. Но по поводу вот этого направления, короче говоря, я прям долго буду стучать. Судя по всему, я к этому ревматологу попаду только в следующем столетии. Ну, что делать, что делать? Ничего не поделаешь. В пятницу я пойду для него анализы сдам. Тоже мне вот бумажек навыписывали. Еще думаю, надо сходить к этому, к инфекционисту. Ой, не к инфекционисту, а к этому к иммунологу. Бумажки свои уронила. Новую иммунограмму сделать. Посмотреть вообще, как я вылезла из этих химий. Ну и все, в принципе. Ну, в общем, ясности в моей башке до сих пор нет. И, видать, не скоро она у меня будет. Тем более, вот, зато будет интересно. Я схожу в понедельник, я записалась на прием, значит, в эту, в центр косметологии. Прием бесплатный, но только один врач, Зубарев, почему-то делает эту операцию, то есть после мастектомии, пластику. Схожу, посмотрю и вот расскажу вам в следующий понедельник, что он мне предложит, сколько стоит и что почем вообще. Ну, хотя бы надо все поузнавать, то есть у Зубарева я уже была летом, я вам рассказывала, что мне из куска живота там собирались делать. Что-то не хочу. Да и ценник он насчитал какой-то там прям просто за это, за бубенский. Сходим, послушаем мнение вот этого врача. Все, в принципе. До вечера подождем, если у меня опять ничего интересного не случится. Ну, так как я еду домой, вряд ли что-то интересное случится. То и ролик выложу. Давайте, не болейте. Эту ночь я провела вот так вот. Обклеила руки китайскими пластырями. Даже не размотались. Не знаю, что там под ними. Так как я согнуть вот так не могу до конца, поэтому боли не чувствуется. Так, я еще раз включилась. Сказать, что это... Женщину я нашла, которая мне посоветовала. Я даже ей уже позвонила по поводу этой московской, да, туда реально, нереально записаться. Ну, кстати, жалоба моя уже, судя по почте, сформирована, на госуслугах обрабатывается. То есть я до вечера посмотрю, вдруг что-то обработается. Это я уже к дому подъехала, с соседом здороваюсь. Не думайте, что у меня просто трясучка башки. Я получила свои стекла для этого. Для телефона, девочки. Это просто... Вот мне как бы порекомендовал и Малой везде в интернете. Вот именно с такой картинкой самые хорошие стекла. Мы с девушкой подумали, что в таких упаковках они аж деревянные. Нет. Но упаковка тяжелющая. Я заказывала. А, на Сбермегамаркете. Ну, то есть они тогда... У меня там просто бонусы были. Они, в принципе, везде есть. Вот с такой упаковкой, говорят, одни из самых лучших стекол. То есть я что-то тут стекол назаказывала. Вроде с хорошими отзывами, но они у меня летят, как не знаю что. То есть... Один раз с ключами в карман положишь телефон, и все, уже стекло все обкоцанное. Вот. Ну, это так. Может, кому-то полезно будет. Я, конечно, попробую тоже свой этот, составлю свое мнение. Но пока вот за бюджетные деньги, более-менее бюджетные, это лучшие считаются.